Всем привет! Короче, мы с моей подругой Аней пришли. Так, мы устроили небольшой пикничок. Не, а чё? Так, живописно, красиво. Да. На краю микрорайона нашего. Ну, а на самом деле дело в том, что я из окна видела, вон, кстати, мой дом, как какой-то человек ночью, черный, очень высокий, в черной одежде, с перчатками ходил по двору. И поэтому мы решили проверить, что будет происходить. Поэтому такая вот локация тут. И мы, короче, вот на такой тряпке едим дошек. Вот такой вот. Тащиряк, ням-ням-ням. Вкусная ляпща для бомжиков. Короче, вот так вот. Такие вот дела. Сейчас будем, короче, кайфовать. Но пока ничего не происходит. Ням-ням-ням! Какая вкусная жвачка. Жвачка? Лучше жвачку? Окей. Давайте. Здрасте. Сейчас тоже. Хорошо, что она? Смотри, как вкусная. Сейчас пока что мы уже так минут 20 сидим, и здесь вообще ничего не происходит. Да. Мы уже, наверное, хотим идти. Уже, слышишь, шипи? Стоп. Выстрелы какие-то. Сейчас, да. Кто-то ходит. Что такое уходит? Да. Пойдем проверим. Правда. Блин. Короче, мы покидаем наше место. Все, а будешь? Да, мы покидаем. Потому что реально страшно что-то. Дом. Не, ну знаешь, тут, тут никого нет вроде. Стой. Что? Видишь? Господи. Того пацана. Да. Он нам машет. Боже. У него что, уши? Хвост? Господи. Чего, правда? Что? А чё он такой высокий? Вы его видите? Вообще, это капец. Короче, все, идем. На всякий случай взяли пару вещичек. Ну да. Короче, мы сразу подумали, что ну не может человек обычно, ну, 2 метра ходить. Поэтому взяли несколько вещей, вот. Потом будем вот доска Уиджи, такой вот сделала. Будем узнавать имя. Кто это? А вот подожди, это может? Ну, мы же его не называли, это. Да. А. Короче, да, вот. Так. Я сейчас, наверное, загуглю, кто это. Окей, Google. Что может быть за 2-метровый человек в черном с ушами и с хвостом? Так. Картон... Кто? Кэт? Это кто? Да, Картон Кэт. Что это? Кто это? Не знаю. Ребят, если вы его знаете, пишите в комментариях. Мы лично его вообще не знаем. Ну да, и почему он к нам пришел? Может, кто-то из ребят его вызвал? Может. Не здесь же вон целая площадка. Да, он. Только почему он тогда к нам липнет? Вопрос. Да, нет, он же к нам не липнет, он просто ходит. Он уже теперь дом. Он уже рядом с садом. Слушай, он очень высокий. Блин. Капец. Короче, капец. А сколько время? А, сейчас. Не знаю, сейчас посмотрю. А вот. 17:31. Угу, хорошо. Что это? Чё? Это же без 30 полдень. Через полчаса будет полдень, а в полдень чаще всего влезают всякие духи. А ночью они прям действуют вообще. Это вам да. Лучше не знать. А если знаете, тогда можете написать в комментариях, а лучше промолчать. Да, и кстати, что нам еще снять? Тоже пишите. Сейчас будем дошек есть.
Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что? Он за деревом стоит. Капец. Все, нам капец, короче. Как он нас мог найти? Я не понимаю. Что? Что? Я забыла. Что? Господи. И это правда. Да. Как в это можно поверить нам? Не знаю. Вообще, жесть. А еще вот. Ульяна, что с тобой? Господи. Господи, он стоит там за кустом. Блин, ребят, мне страшно. Что с тобой? Очнись. Ульяна, очнись. Господи, я не знаю, что делать. Вот что мне делать? Он там стоит. Вот и очнулась. Времени прошло. 40 минут прошло, это вообще... Боже, что со мной? Где? Что? Я помню, там стоял какой-то человек. Картон до Ани, картон Кэт, да. Боже. Блин. Капец. А где он сейчас? Пока никого нет. За зданием. Опять стоит. Да, он нас пугает просто. Просто нас пугает. И что делать? Короче. Полный пипец. Угу. Где? Господи. Капец, а главное, постоянно слышны какие-то шаги. Я не понимаю, что это. Короче, мы сидим здесь. Блин, зачем мы сюда пошли? Я не понимаю. С дури, дурочки, блин, повелись. Ага. Ладно. Ну почему он пришел? Короче, капец какой-то. Стрём. А блин, что-то звонило. Так страшно. А. Так, ребята, значит, не хочу говорить, но, стойте, Аня, а что это такое? А что это такое за такая бумажка? Можешь взять, пожалуйста? Не знаю. Вот какая-то бумажка. Смотрите. Карта он Кэт? Ребята. Так это тот же самый. Подождите, но... а здесь кровь на нем. Там кровь, ребята. Страшно. Не, ребят, но как он мог быть здесь, если мы сидим здесь? А? Как стойте, он? Что? Слышишь? Хихиканье, да. Мурчание и вот этот звук. Лукаш? Да. Да. Короче, не зря мы это затеяли. Ладно. Ну, что-то делать.
так, ребята. Аня, ты можешь перевернуть камеру? Как? Угу.